Счастье кажется нам гигантским, оглушительным и сверкающим, как салют. Встретиться с ним велики ли шансы? Вот вырасту, вот перееду, вот накоплю. Счастье махина, взобраться попробуй, издали видно, но сколько туда грести. А если все не так, вдруг оно меньше микроба, такое, что можно не заметить и пропустить. Всем привет, друзья, вы на канале Алексей Василькин. А ты разговариваешь? Алексей Василькин. Ты давно ты видео не снимал. Ну, вам нравится этот канал? Конечно, я на нем хочу всегда быть. Ребятки, обязательно, обязательно будьте на этом канале. Это наш ящик. Друзья, оставайтесь на канале Алексея Василькина, вы увидите самые интересные места в красках. Я актриса. Я открыса. Актриса. Открыса. Ты идешь просто куда идешь? Куда идется? У меня получается, в принципе, тоже. Так все сейчас учатся. Дорогу не свою, то все на ней будет чужим. Сколько за счастье не воюя, останется голая жизнь. Чья-то чужая мечта впивается клещами в спину. И ты, конечно, всех разочаруешь, посмев ее скинуть. Все эти люди не мои, мне просто не хватило злости, чтобы вовремя закрыть игру и выбросить джойстик. Теперь в чужой каюте, застрявший среди текстур, я в первый раз осознаю, что выбрал миссию не ту. Эта песня будет для кого-то, как детям страшно. Вот мы прощаемся, друзья, с Иерусалимом. У нас завершающая вечеря. Мы приготовили рыбку, точнее, Бог нас благословляет, мы его хвалим, прославляем. Значит, во имя Отца и Сына и Святого Духа. Отче наш, иже еси на небесе, да святится имя Твое, да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя. Яко на небесах и на земле, хлеб наш насущный даже навнесь. И остави нам долги наши, яко же и мы оставляем должникам нашим. И не веди нас во искушение, но избави нас от лукавого. Ребятки! Всем привет! Я буду воспевать все промахи и ошибки. Расходиться можно и любя, расставаться смеясь. И хлопать дверью для профилактики в год хотя бы раз. Разочароваться в своем городе, уехать в другой. Разочароваться в нем тоже, снова махнуть рукой. Разочароваться сотню раз и как можно быстрее. Разочароваться весело, раскрыв новую дверь. Разочарование порой круче тройного успеха. Порой лучше заплутать, чем сразу на вершину въехать. Лучше 100 раз промазать, но отыскать свой причал, чем безошибочно и тихо так и не начать. Разочарование – кристальная линза. И судьба награждает любимцев, значит, мы стоим у границы. Значит, что-то новое уже вершится. Что-то новое уже вершится. Так бывает, что для счастья нужно оступиться. И потому я узнаю, что вы мои ученики, что будете иметь.
любить, любовь между собой. Помните об этом. И, конечно же, старайтесь смирять свое сердце своими ближними, чтобы они, по примеру вашему, точно так же поступали. И Господь за ваше усердие даровал вам любовь, мир и надежду на спасение. Прошу вас прощения, если кого-то чем-то обидел, если кому-то что-то недосказал или еще что-то, потому что сегодня мой последний день здесь, я уже след вылезаю. Вот, поэтому прошу прощения искренне, если где-то что-то не наделал или не сказал. Боже, помощь вам, я хотел хранить. Слава Богу. Слава молитве, после себя к причастию. Если рвется там, где тонко, то пусть порвется скорее. Пусть сгорают все детали, что должны по задумке сгореть. Если рядом предатель, то пусть предаст раньше. Пусть меня ранит обман сейчас, если рядом обманщик. Если рядом не та, то пусть она уйдет другому. Значит, будущему счастью нужен сегодняшний промах. Самая большая боль окажется смешной и детской, если видеть полностью сюжет, а не рвать из контекста. Бывает лучше опоздать на последний автобус. Бывает лучше, если в прошлое просрочен пропуск. Бывает лучше, когда нас на финише не ждут. Бывает, что победа — это вовремя сменить маршрут. Я отпускаю прошлое, пускай переболит. Меня ведет в истинный дом, неведомый мне алгоритм. Этот холодный космос все-таки заботлив и ласков. Ведь разочарование всегда равно подсказка. Разочарование — кристальная линза. Новое уже вершится. Так бывает, что для счастья нужно оступиться. Разочарование, кристальная линза. Если бы она когда-то любится, сейчас мы стоим у границы. Что-то новое уже вершится. Что-то новое уже Завершающая служба у Яна, Лизы и Алены. И третье причастие, исповедь и причастие у Лизы. Слово 33. О многих изменениях, последующих в уме и искушаемых молитвою. Предпочитать доброе изволение – дело желающего. Довершать же выбор доброго изволения – дело Божие. Для сего человек имеет нужду в Божьей помощи, а посему сделаем, чтобы за появляющимся в нас добрым желанием следовали частые молитвы, и будем просить не только оказать нам помощь, но и показать, благоугодно ли желание сие воле Божией или нет. Ибо не всякое доброе желание входит в сердце от Бога, но только то, которое полезно. Иногда человек желает доброго, но Бог не помогает ему, потому что какое-нибудь подобное сему желание входит и от дьявола и почитается служащим в помощь, а нередко бывает не по мере человека. Сам дьявол мышляет сделать человеку вред и понуждает его взыскать желаемого, когда не достиг еще он соответствующего тому жития.
или желание чуждо принятому на себя человеком образу? Или не пришло еще время, когда можно исполнить оно или начать его исполнение? Или человек не имеет достаточных к делу и ведения и телесных сил? Или не способствует нам в том обстоятельство времени? И дьявол всяким способом, как бы под личиною этого доброго дела, или смущает человека, или наносит вред его телу, или скрывает сети в уме его. Впрочем, как сказал я, рачительно будем совершать частые молитвы при появляющемся в нас добром желании, и каждый из нас пусть скажет сам в себе: «Да будет воля Твоя, пока не совершу доброго дела сего, которое возжелал я сделать, если угодно воле Твоей. Ибо в деле этом восхотеть для меня удобно, а сделать этого без дарования Тобою неспосылаемого не могу, хотя от Тебя и то, и другое, и еже хотите, и еже деете». Послание к Филиппийцам, глава 2, стих 13. «Потому что без благодати Твоей не решился бы я приять и этого возбудившегося во мне желания, или убоялся бы его. Ибо таков обычай у того, кто вожделевает доброго, по рассудительности ума молитву употреблять в пособие к деланию и к приобретению мудрости для развлечения истины от подложного. А доброму отдается предпочтение при многих молитвах, делании, хранении, непрестанной приверженности, при частых слезах, смирении и небесной помощи, особливо, когда в человеке есть сопротивные помыслы гордыни, ибо они не допускают до нас Божию помощь. Приводим же их бездействие молитвою». Я один, мне нужно потребить большую чашу, потом разоблачиться, а потом еще дойти до сюда, после потребления чаши. Поэтому простите меня, если в облачении я не могу сюда выйти, поэтому и не потребив чашу, я тоже не могу сюда уйти. Поэтому давайте помолимся. Отче наш, Небесный, на небесе, да светится имя Твое, да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси, на земли. Хлеб наш насущный дашь нам несть, и остави нам долги наши, яко же и мы оставляем должникам нашим. И не веди нас во искушение, но избави нас от лукавого. Сыну и Святому Духу, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Христе Боже, благословясь и Петербом, Твоим веком святости всегда, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Ангела за трапезой. Спасибо, Господи. Друзья, умейте отдыхать. Обледневшие листья окна зарастают прозрачной водой. У воды нет ни смерти, ни дна. Я прощаюсь
горсть тепла после долгой зимы донесем. Пять минут до утра доживем. Наше море вины поглощает. Время, дыра — это все, что останется после меня. Это все, что возьму я с собой. С нами память сидит устала, а в руке ее пламя свечи. Ты такой хороший была. Посмотри на меня, не молчи. Крики чайки на белой стене, окольцованы черной луной. Нарисуй что-нибудь на окне и шепни на прощанье рекой. Это все, что останется после меня. Это все, что возьму я с собой. Это все, что останется после меня. Это все, что возьму я с собой. Две мечты до печали стакан. Мы воскресну допили до дна. Я не знаю, зачем тебе дан. Правит мною дорога луна. И не плачь, если можешь, прости. Жизнь не сахар, а смерть нам не чай. Мне свою дорогу нести. До свидания, друг, и прощай. Умейте, друзья, расслабляться и отдыхать. Это иногда необходимо, чтобы вас не заживал этот вампир-город. Отдыхайте на природе. Напиши, Лиза, внизу. Сердечко тоже можно. Хорошо. Это все, что останется после меня. Лиза, что ты рисовала? Сердечко и солнышко. Молодец. Сердечко – это любовь, друзья, это имя нашего Бога. А солнце, солнечный свет, он должен быть в душе. Смотри, дети на каком бабушка едут, красивая штучка маленькая. Вместе с нами оставайтесь на канале Алексея Василькина. Вы увидите самые интересные финдерпурки. Я его актриса. Это моя актриса. Будто и добра. Тебе, я не старый.
Мозга костного Андрей даст и растаман на дальних островах ударит.